Доброе утро! С вами профессиональный повар Раиса Савкова. Надоело начинать каждое утро с чашечки кофе? Ваш любимый напиток может стать основой очень вкусного молочного завтрака. Сегодня мы приготовим творожно-кофейный мусс. Он поможет вам взбодриться. Для его приготовления нам понадобится 500 граммов классического творога, 100 граммов молока, сахар, 4 яичных белка, растворимый кофе, шоколад. Итак, выкладываем творог в посуду. Я предпочитаю Брест-Литовск. У него особенный домашний вкус и, что немаловажно, очень удобная упаковка. Добавляем сахар. Теперь отделяем белки от желтков. Белки отставляем в сторону. Далее займемся приготовлением кофейного молока. Подогреваем молоко, но не кипятим. Я люблю Брест-Литовск в упаковке Тетертоп. Помимо того, что это молоко особенно вкусное, как в детстве у бабушки, из новой упаковки его еще и очень удобно наливать. Добавляем в молоко кофе и перемешиваем. Вливаем полученную кофейную массу к творогу с сахаром. С помощью блендера тщательно взбиваем до однородной консистенции. Далее взбиваем белки до плотной пены. Осторожно выкладываем их к основной массе, аккуратно перемешивая лопаточкой. Раскладываем уже практически готовый мусс по креманкам. Шоколад натираем мелкой стружкой и посыпаем сверху. И вот замечательный творожно-кофейный мусс готов. Для мусса я использовала творог и молоко серии Брест-Литовск. Натуральные продукты с особым домашним вкусом. Начинайте каждое утро со вкусного и полезного молочного завтрака. Дарите себе удовольствие. Всего хорошего. С вами была Раиса Савкова.